В этом году в городе начала свою работу Федерация карате, официальное открытие которого прошло в рамках празднования дня рождения Новочебоксарска. Поздравил юных спортсменов, тренеров и их родителей глава города Олег Матвеев. Город Новочебоксарск – это город химиков, энергетиков, строителей и город спорта. Я сегодня, вот, видя вас, таких замечательных, молодых, красивых ребят, у которых большое спортивное будущее, уверен, что у вас есть потенциал, у вас есть все для того, чтобы себя реализовать, а самое главное – верить в это и идти только вперед. Идти, несмотря ни на что, к победе. Также с приветственной речью обратились к собравшимся депутат городского собрания депутатов Наталья Добрянская и президент Федерации карате Чуваши Николай Алешев. Сегодняшний день показывает, что партнерство муниципальной власти и общественных организаций как бы Новочебоксарск опережает события. Буквально недавно приняли постановление правительства новую концепцию подготовки спортивного резерва. Ну, что могу сказать? Молодцы, молодцы. Это первый прецедент в Чувашской республике, где муниципальные власти вплотную как бы взаимодействуют с общественными организациями в развитии детского спорта. Выступая перед присутствующим, глава города Олег Аркадьевич отметил, что у спортсменов есть большой потенциал для достижения побед. И руководство города приложит усилия к тому, чтобы помочь ребятам в дальнейшем обустройстве тренировочного зала. Почетное право перерезать красную ленточку предоставили самым юным спортсменам. В настоящее время здесь занимаются порядка 50 каратистов. В рамках открытия гости с удовольствием посмотрели выступление воспитанников федерации. Отметим, спортсмены федерации занимают призовые места на республиканских, всероссийских и межрегиональных соревнованиях. На днях спортсмены Новочебоксарской федерации карате приняли участие в открытом первенстве чемпионате Чуваши. От городской федерации было заявлено 21 человек. Каждому из них удалось завоевать медаль различных достоинств, чем их и всех поздравляем. Ольга Лазарева, Петр Куприянов, новости Новочебоксарска.